Так, здравствуйте, товарищи. Начнем очередную лекцию. Спасибо, садитесь. Сегодня речь пойдет о самом крупном конфликте. О самых крупных конфликтах, какие есть. Какие самые крупные конфликты, как вы считаете? Что крупнее их нету? Войны, А мировые войны весь мир охватывает? Если не мир. Не весь. Ни одну мировую войну вы не назовете, которая охватила бы весь мир. А есть такие конфликты, которые проходят по всему миру? Межличностные. Ну как они называются? Межличностные. А? Межличностные. Межличностные. Межличности не проходят по всему миру. Они между личностями проходят и заканчиваются на этом. Внутриличностные. А? Внутриличностные. Внутри личности и тем более. За пределы личности не выходят. Я, говорит, с собой не согласен. Это вы имеете в виду? И веду с собой постоянный спор. Так что это за конфликты? Религиозные. А? Религиозные. Религиозные, они весь мир охватывают. Да, то каждый раз разные представители разных религий между собой воюют в разных местах. А так, чтобы это вот был конфликт, который прошел по всему миру, вот как всегда бывает, самые такие конфликты, самые крупные их и как-то и товарищи-конфликтологи не заметили. А что, говорит, они такие большие, как это слона, если вот он прямо перед ним стоишь, его и не видно, правда? Ну, вот самый крупный конфликт – это революции, потому что они прокатываются по всему миру и в конечном итоге охватывают весь мир, весь. Всего мы знаем революции сколько? Немного мы знаем революции, их совсем мало. Значит, первая революция – которую мы знаем, это переход чего? Это переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению, да, установление рабовладельческого строя. Вторую революцию, которую мы знаем, которая тоже охватила весь мир, прошла по всему миру и завершилась установлением чего? Феодализма. Это феодальная революция. Есть ли хоть какая-нибудь страна в мире, которая бы не, на сегодняшний день, которая бы не затронула буржуазную революцию? Ну вот. Ну, а есть ли какая-нибудь страна, которая бы не затронула религиозный конфликт? Что? Есть ли какая-нибудь страна в мире, которая не затронула бы религиозный конфликт? Какая стена? При чем тут стена? Страна. Страна? Вы говорите, что они... Это разные конфликты религиозные. Нельзя просто их брать и говорить религиозные конфликты. Их всяких конфликтов полно. А мы говорим об одном конфликте. Буржуазная революция – это один тип конфликта. Буржуазная революция. С одной стороны выступает нарождающаяся буржуазия, а с другой стороны – отживающий феодальный класс. И поэтому и втягивает в эту самую революцию, как всегда, огромное число трудящихся народной массы в нем участвует. Правильно? Революцию буржуазную же не буржуазия делает. Буржуазия ее организовывает. Есть какая-нибудь страна, которая не затронула буржуазную революцию? Нет таких стран. Сейчас можете сказать, что какая-нибудь страна в мире не является буржуазной? Ну, есть только какие-нибудь океанийские племена. Ну еще что эти племена? Эти племена уже под контролем соответствующих империалистических государств давно находятся, эти океанические племена. Какие вы знаете племена, которые не были? У нас в Антарктиде живут люди, не говоря уже там о океане, причем там, где огромная толща льда, и туда добраться только можно с помощью ледокола, а потом еще с помощью вертолета. И, наконец, последняя революция, которая пока охватила меньшую часть мира еще, всего лишь какие-то 1,5 миллиарда человек. Но 1,5 миллиарда – это немало, правда? Это социалистическая революция, и, так сказать, ее эпоха социалистической революции далеко не закончилась.
Ну вот в связи с тем, что это самый крупный конфликт, а здесь присутствуют конфликтологи, у нас должно быть совершенно точное понимание революции как таковой. Что такое революция? Ну, кто занимается революцией как таковой? Ну, философия занимается прежде всего. Как всякими всеобщими категориями. Это же всеобщая категория. Ну, вот если я вас спрошу, а что такое революция? Может быть, кто-нибудь и ответит? Что такое революция? Кто может сказать? Или вы скажете, что вы нас спрашиваете? Почему-то мы не знаем, что такое революция. Правда? Как бы и неприлично спрашивать. Зато мы слышали про цветные революции, оранжевые, революцию роз, революцию тюльпанов, да? Много всяких разных революций называется. Но те, кто называет, они не задумываются над тем, а что есть революция, и употребляют этот термин или не к месту по непониманию, или сознательно для того, чтобы превратить, скажем, негативное явление в позитивное, потому что слово «революция» в человеческом языке носит позитивный смысл, правильно? Позитивный. Некоторым она не нравится, но в целом значение, если бы она носила негативный, то негативные бы вещи не назывались революцией, а их называют именно для того революцией, чтобы они как бы выглядели очень даже положительно. А что такое вот революция роз? Где была? Не знаете? Ну, так называли переворот, в результате которого пришел к власти Саакашвили, который потом стал одесским губернатором, потом которого выгнали оттуда с Украины, а он добивается, чтобы он все-таки там был и был бы одним из лидеров оппозиционного движения на Украине. А революция тюльпанов. Это были столкновения такие, довольно крупные, с жертвами в Киргизии. Это назывался, и называлось это теми, кто организовывал эти столкновения. Революция тюльпанов. Оранжевая революция где? Украина же, нет? Потом в Украине, да. Ну там революция? Ну там все только не было. Там Майдан, не Майдан. Ну вот слово Майдан не в философские категории не входит, а вот в революции входит. Мы должны разобраться с тем, а что такое революция. Вот что такое революция, кто скажет? Переход от одной формации к другой. Переход от одной формации к другой. Это правильно. А политическая революция? А политическая революция еще как бы сам этот переход не завершает. И мы иногда говорим о политической революции, она происходит одномоментно, правда? В отличие от перехода от одной формации к другой, переход от одной формации к другой довольно длительный период. Например, в России он охватил 18 лет, да? Где-то с 17 по 36 год. 18 лет. А вот, собственно, политическая революция совершилась в один день. В одночасье, раз и все, 25 октября 17 года или 7 ноября 17 года. Так, а что это такое революция, с чем ее едят и почему мы так называем? Это коренное изменение, затрагивающее фундаментальные основы общественного устройства. Коренное изменение, если в корне что-то меняется, затрагивающее основы. Затрагивающее такое слово, знаете, как затрагивает это. Например, капитализм имеет две фазы. Первая фаза – это капитализм свободной конкуренции, а конкуренция ведет к монополии, и она в конечном итоге приводит к тому, что весь капитализм становится монополистическим. Поскольку если мы с вами конкурируем, то или вы должны победить, и я пропасть как экономический субъект. Например, вы меня возьмете на работу потом, поскольку я разорился. Или я вас должен победить. Тогда, может быть, я вас возьму на работу. Но это не обязательно. Может, так сказать, мы окажемся в рядах безработных и потом бомжей.
Так что это неизвестно, чем кончается эта самая борьба. Конкуренция – это не соревнование социалистическое. Это соревнование, значит, мы с вами соревнуемся, я что-нибудь хорошее сделал, вам помог, вас научил. Вы что-то хорошее придумали, меня научили, и мы продвигаемся быстро вперед. А если у нас конкуренция, то ли я вас должен задушить экономически, или вы меня должны задушить экономически, а иначе это не конкуренция. И в итоге вот этой конкурентной борьбы, или свободной конкуренции, как говорят, свободной конкуренции, эта свобода к чему приводит? Она приводит к тому, что такие острова планомерности, на фабрике всякий труд планомерный, да? Фабрика построена на кооперации. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. И вот, так сказать, они расширяются. А вот эта сфера стихийности, все сужается. И капитализм переходит в такую форму монополитического капитализма. Согласны, что это затрагивает самую основу? Затрагивает? Затрагивает. Поэтому со словом «затрагивает» тут такое крупное понятие революции, а тут всего лишь затрагивает, не затрагивает. Сейчас я дотронусь до него, не дотронусь. Это же такое не очень глубокое такое определение. Поэтому надо подумать, что ж такое революция. А никакое есть однокоренное слово, да, со словом революция. Какие вы еще знаете? Эволюция. А? Эволюция. Да, это вы знаете. Эволюция, да. А еще какие-нибудь однокоренные слова? Не слышали, нет? А револьвер не видели никогда? А? Видели? Отличаете револьвер от нагана? Или от пистолета Макарова? Да. А в чем отличие? У него есть барабан, да, который стреляется в пули. Ну, так, а почему называется револьвер? Ну, что это в переводе на русский язык? Не задумывались никогда? Это русское слово «револьвер»? Нет, ну только перевести-то не можете, что ли? Английский никто не изучал? Нет таких, да? Что, я один такой самый умный, что ли? Так. Никогда не думал. Это вы просто специально так изображаете, что вы не знаете. Чтобы я думал, ах, какой я умный. Что вы не знаете, я знаю. Ну, неужели никто не знает, что такое револьв? Это что означает? Вот. Ответьте, вот, знаете. А скрываете. От народа знания. Вращать. Поворот. Переворот. И этот чем отличается? Потому что когда вы совершаете выстрел, соответственно, поворачивается. И снова револьвер готов к стрельбе. До тех пор, пока не будут выстрелены все это патроны, которые туда были заложены. Пока не будет полный переворот. Поэтому можно сказать, что революция – это переворот. Да или нет? А? Да. Да. Переворот. А в чем переворот? Потому что когда говорят переворот, то, ну, все-таки революция – это не круглый такой барабан. Правда? То есть надо тогда объяснить, а где тут переворот? Когда переворот, что-то переворачивается. А что переворачивается? Как, почему мы считаем, что революция – переворот? Ну, наверное, не всякий переворот – революция, да? Достаточно посмотреть на револьвер и понять, что тут переворот есть, но революции нет. Поэтому не всякий переворот – революция, но всякая революция – это переворот. А какой переворот называется революцией? Раз не всякий, значит, надо из всех возможных переворотов выделить такой переворот, который считается, является революцией. Вот какой переворот является революцией? Ну вот вы, если вы помните, были братья-мусульмане в Египте, да, у власти. Потом пришел нынешний военный руководитель Мурси, и он теперь президент. А это руководитель, демократически избранный руководитель, представитель движения братья-мусульмане, сидит в тюрьме. Пока пожизненно.
пока не придумаете его, расстрелять его или не расстрелять. Переворот налицо? Налицо. А это революция? Ну, какая там революция? В Египте произошла революция? Нет. Какой класс был у власти? Ну, какой класс там в Египте есть? Много, что ли, классов? Крестьяне, мелкая буржуазия, рабочий класс, буржуазия, выбор, это все, вот все, весь выбор, все, раз, два, три. Рабочий класс, мелкая буржуазия и буржуазия. Вы что такое мелкая буржуазия, знаете, нет? Не знаете? Это что, маленький буржуй? Маленький такой буржуй. Ну, может, вьетнамцы тут у нас, если торгуют, они маленькие, такой маленького роста. Кто-нибудь знает, что такое мелкие буржуа? Бедненький буржуй, не знаю. Мне приятно у вас читать лекцию, я после этого выхожу, думаю, какой я умный. Крестьяне – это мелкие буржуа, но не всякий мелкий буржуа – крестьянин. Что вы? Я хочу сказать, что вот это не только вы не знаете, можно сказать, большинство не знает, что такое мелкий буржуа. Они так думают, что это маленький какой-нибудь буржуй. Значит, мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Во-первых, он должен работать на рынок. Если он что-то чем-то копает, и что-то сажает, и что-то получает, он не мелкий буржуа. Если он сам съедает или дает своим родственникам, знакомым, друзьям продукты, которые он произвел. Поэтому он обязательное, так сказать, условие, чтобы он работал на рынок, то есть на продажу. Сам бы ел, да деньги надо. То есть если я приготовил пирожки, и если я их съел или вам передал, то это я не мелкий буржуа. А если я пирожки на продажу, сам бы ел, да деньги надо. Но поскольку я их есть не буду, то я могу туда кое-что положить. Вместо сливочного масла пальмовое. Сою туда натолкать, в копченую колбасу, курицу, курятину и так далее. Техническое мясо положить в колбасу. Знаете, что такое техническое мясо? Лежало, допустим, 17 лет в Аргентине, в холодильниках. Сюда его привезли, пищу нельзя употреблять, непосредственно продавать. Ни в коем случае. Оно техническое, то есть в колбасу можно добавлять. А колбасу студенты съедят при своей стипендии. Да, вы думаете, смотрите, а что оно такое невкусное? А что там может быть вкусного? Ну что там может быть вкусного? В конфеты что нужно добавлять? Если я вам продаю, я для чего продаю? Нет, не заработать, а получить. Это заработать, за это мне работать надо. А если бы наоборот не работать, а больше денег получить от вас? Получить. Какую-нибудь ерунду туда. Прибыли у меня нет, потому что у меня никто не работает. У меня нет никаких наемных работников. Я просто хочу получить больше стоимости за свой товар. Так, раз больше стоимости, значит, если я мало работаю, мало затрачиваю хороших продуктов, а из всякого барахла произвожу предметы потребления, вы их покупаете как бы за настоящие. Ну вот, скажем, если вы пойдете сейчас в кондитерский отдел любого магазина, начнете читать, из чего состоят конфеты. Когда вы все прочтете, вы уйдете оттуда с полным нежеланием эти конфеты потреблять. Ну, я понимаю, вот если раньше вы продавали соевые батончики. Написано «соевые батончики», так вы же не удивляюсь, что они соевые, под кого написано соевые. А если написано шоколадные конфеты, а там соя. Или когда вот написано шоколадные. Еще сахар. А из чего состоит шоколад? Вот как плитку читаешь, состав. Сахар. Запятая. Сахар сначала. А потом уже какао, бобы. А какао, бобы. Если они из них выжимка сделана, какао-масло, и в другое место отправлено,
А то сюда положено вместо этого самого масла, вот это пальмовое масло, то получается вроде шоколад, как шоколад, но невкусный. А почему невкусный? Потому что самое вкусное, когда получается шоколад вкусный, когда ты его откусываешь, а не просто сухой, как галета, а там так на срезе, на сломе видно, что он так мяг. В то же время видно, что там чувствуется масло, какао-масло. А его нету. Куда-то его в другое место отправили. Есть такие люди, которым надо это какао-масло. И есть такие сорта шоколада, которые намного дороже. Куда и направляется это самое какао-масло. Вот. А всяких заменителей сейчас тьма. То есть мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Почему мелкий? Потому что нет у него работников. Или если до него есть работники, они меньше ему дают дохода, чем он получает от своего труда. То есть характерная черта мелкого буржуа, что у него свой труд, свой. Он живет своим трудом. Причем его можно и эксплуатировать. Допустим, люди выращивают лук. Проезжаю я и беседую с этими крестьянами и говорю, ну что вы будете с этим луком, вот сколько там, 3 мешка у вас, вы эти 3 мешка будете заказывать машину или где-то лошадь, и как-то вы повезете, а там надо, там место для продажи, давайте я вам сейчас сразу деньги дам, да и все. И вас освобожу от этой всей неволи. Ну, так бы они продали, допустим, по 30 рублей килограмм, а я у них по 5 рублей килограмм взял и поехал. Я кто? Я тут не мелкий буржуа, я перекупщик, спекулянт. Купил по 5 рублей, продал по 30 и все. А эти пусть работают. То есть у них затрачено труда, скажем, на килограмм 30 часов. Они выручили 5 часов, вернулось. Остальные часы я забрал, поскольку я приехал и все это скупил. И так и происходит, сплошь и рядом, в современных деревнях и селах. Ну вот, тем не менее, они вот мелкие хозяйчики, работающие на рынок, только рынок к ним пришел в виде перекупщика. А поскольку они работают, у них, значит, должны быть свои средства производства, собственники они, средства производства. Не чужими средствами производства работаем, не я вам дал средства производства. Вот если я хозяин завода, я вас пригласил на работу, средства производства мои, у вас их нет. А что у вас есть? А ничего у вас нет. Нет, ну у вас есть способность к труду. Вот если вам нечего кушать, придете ко мне на завод работать? Вы подумайте, у меня маленькая-маленькая зарплата. Маленькая это. Зарплата – это вам прямо как по Марксу скажу, что это цена вашей рабочей силы. А рабочая сила – это ваша способность к труду. Ну, у меня очень маленькая цена. Я по стоимости не могу платить, иначе разорюсь. Это уж как... Вы погуляйте еще день, два, три, походите. Вот вы походите без еды день, два, три, приходите ко мне и говорите, Михаил Васильевич, ну ладно, пойду я к вам это, работать на ваш этот завод. Ну хорошо, и работайте. Вы будете производить вот столько продукта, вот столько будет означать вашу зарплату, остальное будет называться прибавочный продукт. А стоимость его будет называться прибавочная стоимость. А превращенная, так сказать, в деньги, она будет называться прибылью. Я не мелкий буржуа тогда, правильно? А я просто буржуа. Ну, просто я буржуа. Сейчас я, вот сейчас я не буржуа, сейчас я профессор в буржуазном университете. А что такое буржуазный университет? Он принадлежит буржуазному государству. Государство у нас какое? Феодальное? Нет. Значит, буржуазное. Но и никому не пролетарское, правда? Тоже нет. Ну, буржуазное государство. Я вам буржуазии поставлен, от буржуазии поставлен, будете плохо заниматься, не пропущу. Так и знаю. Но он специально сделал, впереди сел, чтобы я запомнил, как он внимательно слушает все. И, соответственно, относился на экзамен. То есть у нас есть те, кто нанимается на работу, рабочие, есть те, кто живет за счет прибавочной стоимости, капиталист или просто буржуа. А почему мелкий буржуа называется? Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Потому что, во-первых, у него средства производства свои,
а он не нанимается к тому, у кого есть средства производства. И он сам трудится, то есть он некая вот середина. Сейчас все некоторые ищут средний класс. Ну вот это настоящий средний класс. В том смысле, что он и не буржуа, и не рабочий. Или и буржуа, и рабочий. Буржуа, потому что у него свои средства производства, но он не может никого нанимать, или если даже он кого-то нанимает, пока он получает чужого труда меньше, чем сам затрачивает, он не буржуа. А вот если уж он действительно много нанял и разбогател, он превращается в кого? В буржуа. А основная масса, наоборот, мелких буржуа превращается в кого? В рабочих. Но эти мелкие буржуа, если я мелкий буржуа, о чем я мечтаю? Вот. Вот она уже разгадала мои мечты. Стать буржуа. А вы не разгадали мои мечты. Вот. Видите как? Ну вот, короче говоря, это вот структура современного буржуазного общества. Где? Везде. Потому что кроме стран, которые находятся на каком-то этапе после социалистической революции, в переходном периоде или в первой стадии коммунизма, КНДР. Что такое первая стадия коммунизма? Это хороший коммунизм или плохой? Незрелый, неспелый, неразвитый, с отпечатками капитализма во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном. То есть, если там искать всяких недостатков, их недостатки всегда, наверное, и при коммунизме полным будут. Но уж при социализме их полно. Например, вот при социализме в СССР очень много рабочих работало с какой целью? Как можно меньше дать государству, как можно больше получить от него. Если я стремлюсь как можно меньше дать государству, обществу, а как можно больше от него получить, у меня какое поведение? Пролетарское или мелкобуржуазное? Ну, то есть я вот сам не мелкий буржуай, а на работе, в государственном предприятии, общественная собственность, а я думаю, как бы поменьше поработать, побольше получить. Ну, так думает каждый мелкий буржуай. Это вот чисто мелкобуржуазные отношения. Некоторые товарищи, слепые в смысле теоретическом, на самых разных этажах нашей идеологической лестницы, этого ничего не видели. Они настолько слепые даже, что придумали целую теорию слепых для слепых. Для таких вот теоретически слепых теорию развитого социализма. Не слышали такое? Хотя смысл социализма, что это не развитый, не зрелый, не полный коммунизм. Поэтому если он станет развитым или зрелым, он станет полным коммунизмом. Но он же не коммунизм. Поэтому, если в порядке шутки говорить, что такое развитой социализм, а народ быстро находит соответствующее определение. Это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но уже и за деньги ничего купить нельзя. Или опишется как? Опишется все вот эти слога раздельно. Мы вступили в этап «разве то социализм?». То есть кажется, что социализм, а он уже не социализм. Или это разлагающийся, переходящий в капитализм. Сейчас-то все видят, что он перешел в капитализм. Так вот, это подкрасить этот переход или всю эту переходную фазу раскрасить, чтобы это было, люди радовались, как здорово все идет. Вот она называлась развитым социализмом. Сегодня ищут с этими, с пристрастием, кто придумал-то эту глупость? Кто придумал, кого повесить? Никто не говорит. Знаете, как это, эти великие теоретические достижения, потом концов не найдешь. Кто придумал? Наверное, Михаил Андреевич там в этом участвовал, Суслов. А такие граждане, как там Черненко, Андропов, Брежнев, они это повторяли, поскольку в теории они не разбирались. Так вот, я поставлен буржуазией к вам на контроль, чтобы у нас таких людей, которые не разбираются вообще в понятиях, не было. Ну, что это такое, когда не понимают. Например, Хрущев говорил, что социализм победил полностью окончательно. А бывает такое, чтобы что-то могло бы окончательно победить? Если окончательно победило, вот если окончательно, вы все выучили, все окончательно, значит, вы никогда не забудете ничего. Правильно? Такое может быть? Ну, раз
окончательно, то ничего делать не надо, а в кассу можно идти за зарплатой. Правильно? Если я лекцию прочитал, вот и все разъяснил вам полностью окончательно, ну, больше уже ничего не надо делать, правильно? Мне, по крайней мере. Это вам, может быть, надо, у вас не окончательно. Если у меня окончательно, то все. Окончательно я лекцию прочитаю перед экзаменом. И окончательно в буквальном смысле, что окончены будут лекции. Только и всего. Но это вовсе не значит, что это окончание науки, изучения, исследования, правда? Постижения. Ну вот. Значит, возвращаемся к поставленному вопросу. Так что же такое революция? Это переворот. Ну, не всякий же переворот, революция. А какой вот? Я пример привел. Ну, наверное, таких переворотов много было. Вот тот же самый, то, что называлось революцией роз, это переворот был в Грузии. А революция тюльпанов – это переворот. Переворот, который – это такое изменение, да, когда, которое состоит в том, что вместо одной группы представители одного и того же класса приходит другая группа. Это переворот в рамках этого же класса. Вот если у нас власть вот этой группировки, которая слева, а потом наша взяла, которая справа, это переворот. Но это не революция, потому что это ничем не отличается. Они один и тот же класс, только разные люди. Или там, сколько уже было этих переворотов на Украине? Оранжевая революция ведь давно же была. Это переворот. Никакая это не революция. Какой там был строй до оранжевой революции? Буржуазный. А какой строй после оранжевой революции? Буржуазный. А потом еще один переворот, когда этого самого низвергли Януковича и его наша группа, когда за ним гнались и хотели убить, она его, так сказать, посадила на вертолет и увезла в Ростов. И это какой переворот был? Ну, тоже буржуазный. Ничего, как был там капиталистический строй, так и остался капиталистический строй на Украине. Но это, может быть, в интересах было и в интересах российской буржуазии, а теперь в интересах американской буржуазии. Ну, все же буржуазии же. Это же все один и тот же класс. В нем разные, конечно, интересы разные, и даже они конфликтуют между собой. И конкуренция есть, правда, между нас, американским капиталом и российским капиталом. Есть же конкуренция? Есть. Но это никакая не революция, поэтому... Хотя и это слово «революция» закрепилось, так сказать, явно позитивным таким словоупотреблением, то есть что-то нас называют революцией, чтобы как бы приподнять, изобразить как что-то красивое. Ничего тут красивого нет. И контрреволюции там никакой нет, потому что, чтобы была контрреволюция, надо от буржуазии перейти от буржуазного строя. К чему? К феодализму. И что? В Египте перешли к феодализму? Нет. И где вот мы революцию, где состоялся переход или от буржуазного строя к феодализму? А нигде. Нет никак нет в этом смысле. А вот в Советском Союзе контрреволюция произошла. Переход от какого строя? От коммунистического строя в первой фазе к капиталистическому строю – это контрреволюция. Поэтому насчет перехода от одного строя к другому – это совершенно правильный. Но вот чего-то нет. Вот в чем переворот-то здесь вот еще надо сказать? Захватом власти, угнетаемым классом, что-то такое. Захватом власти. А можно захватить власть? Вот если власть буржуазная, и я ее захвачу, что будет у меня, какой строй после того, как я захвачу? Вот вы были, и у вас в руках была власть. Какая? Буржуазная. У вас было буржуазное государство, значит, соответственно, у вас есть буржуазная армия, тюрьмы, лагеря, соответствующая там гвардия и прочие все атрибуты, пенитенциарная система, все атрибуты чиновничества. И я захватил эту власть. Получилась революция? Нет. Я хочу буржуазную власть себе в руки. Да, то есть вот вместо вас я буду править. Мне это понравилось. Я это называю революцией, потому что я пришел. А вот она, когда пришла, она бы после меня пришла, она бы назвала революцией. Но в данном случае, если я ее сверг, тогда вот у меня я революцию сделал. Никакая это не революция. Так а что такое революция? Ну, где-то тут вы уже правильно ищете, где-то вопрос о власти вы подняли. Какой, от какого класса к какому классу переходит власть в случае политической революции? Только если я захвачу ту власть, которая была, то та власть и останется. Потому что слово «захватить власть», такое словоупотребление, оно предполагает, что я захватил ту власть, которую я захватил, буржуазную власть. Ну и буду ее осуществлять. Теперь не в ваших интересах, а в моих интересах, в нашей группировке.
Свергнули предыдущую власть и какую свергли предыдущую власть, которую она возглавляла, его свергли новую власть, которую я возглавляю. Ну, власть. Ну и я, так сказать, представляю буржуазные классы, и она представляет буржуазные классы. В чем разница? Это переворот. Поэтому, когда надо свергнуть власть или ненавистный режим, вот сейчас пишут, надо свергнуть режим. Вам нравится режим? Вот режим, это надо вставать, утром делать зарядку. Кто любит эти режимы? И потом режимы, они всегда строгие. Режимы, наверное, в каких-нибудь лагерях. Режим никому не нравится. Свергнуть ненавистный режим. И какой делать ненавистный режим, который кому-то нравится. От того, что вы свергнете этот режим, поменяете режим, что поменять? Ничего не поменяется. Поэтому это вот пустые такие слова. И после них люди говорят, что произошла там какая-нибудь очередная, какая революция, цветная. Лимонной еще не было. Давайте лимонную будем делать. Революцию. Оранжевая была, апельсиновая уже не пройдет. Тоже оранжевая. Давайте лимонная, она желтенькая такая. Кислая такая. С кислыми минами будем переворачивать. А? С кислыми минами будем переворачивать. С кислой миной, да. Да, конечно. Ну вот я просто хочу вам показать на этом примере, к большому. Потому что мы взяли самые крупные конфликты, потому что революция проходит, ну, постепенно проходит так, что сначала в одной стране, в другой стране, в третьей стране охватит все население Земли. Так и первая охватила революция, потом вторая, потом третья. И от этого никак не убережешься. Можно, так сказать, это нравится, не нравится, там в истории это по-разному совершается, но никуда от этого не денешься. Ну вот, вот ближе всего подошли все равно вы, хоть я на вас критикую, но это не значит. Знаете, как бывает дело вот с критикой научной. Вот представьте себе, что вы выступаете и защищаете докторскую диссертацию. А я у вас официальный оппонент. Как выглядит отзыв официального оппонента? У нее диссертации. Вот это хорошо, 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 вот это хорошо. Я это излагаю, ну, скажем, в течение 10 минут. Потом в течение 10 минут, а с этим нельзя согласиться потому-то, с этим нельзя согласиться потому-то, с этим нельзя согласиться потому-то, это неверно, а это неправильно, а это не то, а это не сё. И это всегда. Нет таких, если такой оппонент не нашел никаких недостатков, это вообще не оппонент. Считается, что у него отзыв липовый, и сам он липовый, то есть вот я. А после этого я говорю, но отмечены недостатки. Не отменяют общего высокого уровня исследования. Оно отвечает требованиям, предъявляемым докторским диссертациям, а диссертантка, имя рек такая, заслуживает присуждения ей степени доктора конфликтологических наук. И все. А такие отзывы, если я напишу отзыв, в котором не будет недостатков, может ВАК не утвердить, сказать, что-то там какой-то дружок ее. Где-то они подружились на каких-нибудь совместных занятиях или еще что-то. Что-то это не то. Только так. Так вот, ближе всего подошли, потому что вы поставили вопрос о том, что был один класс, стал другой. А какой был класс, а какой стал, если это революция? Ну, чтобы это относилось ко всем революциям, какие только есть в истории. У нас же общее понятие революции. Значит, тот класс, который уходит, как он называется? Был правящий. Да правящий-то он правящий. Ну, будет этот правящий, в чем разница? Никакой разницы нет. То вы правите, то я правлю. Он стоит выше всех остальных классов. Он стоит выше всех остальных классов. Вот этот класс, который правил, он, его эпоха заканчивается, он какой? Он реакционный. Реакционный класс. На смену реакционному классу приходит какой класс? Мы с вами изучали прогресс и регресс, прогресс и реакция. Зачем вы это изучали? Я думал, что для того, чтобы применять. Вот наступило такое время, когда можно и применить, правильно? То есть на смену, вот если на смену реакционному классу приходит класс прогрессивный, это явный переворот, правда? Потому что один реакционный, другой прогрессивный.
при этом прогрессивное было внизу, подавляемым, а реакционное было наверху. Поэтому это, во-первых, переворот, револт, и, во-вторых, раз пришел прогрессивное вместо реакционного, то это революция. А если вместо прогрессивного пришел реакционный, то это что? Контрреволюция. Вот и все. Поэтому переворот тут налицо. Ну а что касается переворота во всех общественных отношениях, а не только в политике, то это захватывает целую эпоху, да? Вот там 18 лет это в России. Китай говорит, у нас переходный период будет 100 лет. И не скажешь, что это слишком они мало запросили, потому что, ну что мы можем сказать по поводу того, чтобы такой переворот совершить в стране, в которой 1 миллиард 380 миллионов человек. Даже страшно подумать, вот вас назначили бы вот руководить страной, в которой 1 380 000 000. Или меня назначили бы, потом нашли утром повешенных, что я повесился там. От такого количества, от таких проблем, какие там есть. Это страшное дело. Как им удается, так сказать, решать проблемы, при этом они имеют и государственный сектор, так сказать, и партия, там, коммунистическая партия Китая. 100 миллионов одних пионеров в Китае. Это забавно, я видел такую передачу. 100 миллионов, больше, почти столько, сколько у нас населения в России. У нас население 140 миллионов человек. Вот. В то же время там есть крупные миллиардеры и капиталисты. Ну и десятки тысяч расстреляли за коррупцию. Это плохо или хорошо? Ну там, если не расстреливать за коррупцию, то конец. Конец этой огромной стране, потому что все растащит. Ну а коррупционеры – это обязательно какие-то чиновники. Какие? Крупные коррупционеры – это обязательно крупные чиновники. А у нас? У нас стали сажать за коррупцию. Кого посадили в последнее время? Во-первых, посадили министра Улюкаева, который 2 миллиона долларов взятку получил. Но это мелочь взятка, потому что у него дома нашли такую сумму доходов, которая превышает все возможные доходы, которые он мог получить, получая зарплату. Или губернатор Сахалина, гражданин Хорошавин. Ну, можно сказать, хозяин Сахалина, целый остров, могучий остров. Там и рыба, и что только там нет, и золото. И вот товарищ Хорошавин получил, нашли у него, 1 800 000 000. И посадили его в СИЗО. И начали дело вести. А он грамотный же этот Хорошавин. Говорит, а что это вы у меня, значит, отобрали эти все 1 800 000 000? Вы, пожалуйста, вот у вас по эпизодам получения взяток, вы нащелкали ваше это следственное управление, следственный комитет, всего каких-то 660 миллионов. Ну, это и конфисковывайте. Остальное не трогайте. А остальное, значит, там остается еще 1 200 000 000. А 1 200 000 000 вас не касается. Почему? А потому что у нас сейчас такой строй, когда неприлично спрашивать, откуда у меня деньги. Это откуда у меня такой костюмчик? Не скажу. Там почему? Они неприлично спрашивают. Нет такого закона, чтобы сообщать. Это вы прошли те времена, когда вы трудящиеся должны были своим трудом зарабатывать. У вас рубашка своим трудом заработана или нет? А зачем вы отвечаете на такие вопросы? Это неприлично сказать, что вы спрашиваете. Завтра вы спросите, откуда у меня завод. Послезавтра вы скажете, откуда у вас такая территория земельная большая. Потому что когда у Улюкаева брали, у него там 24 участка еще оказалось. Много участков у него земельных. 24. А участки миллионы ведь стоят каждый. Миллионы. Ну там пойдите вот, к примеру, для интереса, скажем, в район Разлив, курортный район. Там, если вот такой деревянный домик стоит и участок, их продают, можно спросить, телефончик вывешен, вы поинтересуйтесь, вы не интересовались сколько? А что, позвонить-то можно? Позвоните и спросите, а почем у вас там этот ваш участок такой плохой? Ну, если вы покупать собираетесь, значит, цену надо сбивать, плохой же участок. А он, ему надо набивать, он говорит, хороший. Он говорит, да я по дешевке отдаю за 13 миллионов. Нет, у вас плохой участок.
Ну, вот таких вот участков было у Люхаева 24. Вот. А Хорошавин, вот, даже мало того, как человек грамотный, он написал в Конституционный суд. Говорит, это вам не Китай, где коррупционеров расстреливают. Он, значит, написал в Конституционный суд, что, дескать, вот, не надо спрашивать, откуда у меня деньги. Отберите вот 660 миллионов, остальное 1 200 000 отдайте мне. Это мои кровные, потом и кровью, можно сказать, добытый. Не будем говорить заработан, но добытый. Хотя сейчас обычно говорят заработал. Если я купил за 3 рубля, за 300 миллионов продал, это говорят, я заработал. Так я работал или я получил, не трудясь? Но называют заработал, как бы, потому что работать как бы считается все равно у нас как бы это позитивное такое. А просто получать совсем уж не считается позитивным. Это, я считаю, пережиток социализма, надо с ним кончать. Да. Конечно, можно. Это не будет революция, правильно? Переворот уже не будет, если воздух будет чистый поступать. И контрреволюции не будет, потому что чистый же, не грязный воздух поступает. Так, ну вот, теперь мы уже, значит, говорим о каких-то других моментах, там, о переходном периоде или о каких-то характеристиках строя. Возвращаемся снова к понятию. Значит, революция – это переворот, и при этом такой переворот, при котором на место реакционного класса, уходящего с исторической сцены, приходит класс прогрессивный, передовой. Тогда это революция. А если обратное, то это революция. Еще про революцию можно сказать, что это скачок. Кто-нибудь знает, что такое скачок? Никто не скакал? Вы на скакалке не скакали? Скакали. А что такое скачок? Стремительное изменение своего положения в пространстве. Ну, скачок, то есть, если я упал и ударился головой об стенку, это значит изменение в пространстве. Я так и буду. А? Если вы этого скачили, то... Не, ну я хочу, я же человек темный, я спрашиваю, как-то мне скажите так, чтобы я понял. Вам же нужно каким людям разъяснять? Вы же грамотные, вы люди из Санкт-Петербургского государственного университета. А будете простым трудящимся объяснять, что вы бакалавр, у вас лавры, вот, вы, так сказать, у вас знания прямо выступают. Так вы должны людям простым объяснять, правильно? Как бы. Ну так вообще это нормально, да? То есть образованные люди необразованным рассказывают. А вы им рассказываете, просто я изменил свое положение в пространстве. То есть, когда я прямо головой стукнулся об кирпич, это тяжело, изменил положение, упал, скачок. Так что такое скачок? Но умные люди написали, что такое скачок. Вот Гегель написал в «Науке логики». То есть, я так с некоторой хитростью это говорю, я-то прочитал у Гегеля, а вы-то не прочитали, но вам никто не запрещал читать «Науку логики». Нет такого закона, чтобы студентам запрещать читать «Науку логики» Гегеля. Нету. И вас никто за это не накажет. Чтобы вы не думали, что я такой умный. Это во-первых. Во-вторых, чтобы вы не думали, что я такой умный, вот, я хочу вам сказать, что я ведь на философском факультете не учился. И в аспирантуре не был, в докторантуре не был. Я просто прочитал «Науку логики» и после этого писал ряд работ философских и защитил докторскую диссертацию, и все. Поэтому, если я вам советую прочитать «Науку логики», только потому, что она позволяет некоторый путь пройти гораздо быстрее, сильнее и разбираться больше. Но можете это и не делать, можете читать какую-нибудь ерунду. Наберите это ерунды мешок, так сказать, все, поставьте себя, обставьте себя этими книгами и читайте. Через 10 лет все эти книги выбросят макулатуру из всех библиотек. Вы это не наблюдали, я наблюдал многократно. Вот недавно у нас общественных наук ремонт был там. Все эти книги, которые 10 лет лежали, выбросили, остались кто там? Маркс, Энгельс, Ленин, Гегель. Ну, понятно, Платон, естественно, Аристотель. Эти все остались. А это все то, что сейчас вот вы идете и смотрите. 2018 года. Хватай. А что 2018 года? Ну, какая-то ерунда, ну, вышедшая в 2018 году. И чем она лучше, чем ерунда, которая вышла в 1918 году или 500?
шестом году или в каком-то году до новой эры. Это раньше вот было, все передавали. Ну и устное творчество, если вы же не будете сказку рассказывать детям, она неинтересна, если вы ее не запомните. Вы только запомните, если она очень интересная, тогда будете ее пересказывать. И песни, почему народное творчество всегда хорошее? Это не значит, что народ только хорошее создает. Просто плохое никто не будет потом упоминать и распространять. Но сейчас у нас есть магнитофоны, и мы любую ерунду можем записать. И у нас есть память, оперативная и неоперативная, мы можем в компьютере загнать и воспроизводить всякую галиматью в невообразимых масштабах. И распечатывать можем эту галиматью сколько угодно. И рассылать по всем этим электронным средствам связи, и выдавать ее на всяких социальных сетях и так далее. А проблема перед человечеством остается той же самой. Вот мы сегодня занимаемся только одним понятием – революция, и еще пока его не закончили разбирать, правильно? Потому что на самом деле, кроме того, что надо читать, еще надо думать. Ну, как некоторые говорят, когда думать, трясти надо. Когда думать, как же я буду думать? Я вам не рассказывал, когда я был студентом на математико-механическом факультете, иду я по коридору первого этажа, и там математико-механический факультет был на 10-й линии, дом 33, где сейчас Институт наук о Земле. И вот встречаю я профессора Никитина, доктора физико-математических наук. Он, у него такой портфель всегда был набитый книгами, и вся вот эта каморка, которая у него была, все книги кругом, там он, как он там помещался, не знаю. Он мне говорит: «Миша, ты чего-то плохо выглядишь». Я говорю: «Почему?» «А ты, наверное, много читаешь». Я так довольно зло ответил: «А что, это плохо?» «Конечно», говорит, «ты разучишься думать». Вот вы все время читаете, а вы думаете, сколько вы... Вот если у вас час времени, вот скажите, пожалуйста, раскройте вашу творческую лабораторию, если у вас час времени, сколько вы читаете, сколько думаете? А? О, видишь, она уже знает. Потому что я вам рассказывал уже. А повторение – мать учения. И вы так и делаете, или только рассказываете мне сейчас? Делаю. Делаете, на самом деле? А я думаю, а что он такой умный стал? И глаза такие умные-умные. Видите, он молчит теперь. А то он раз какую-нибудь глупость скажет, а сейчас он пока еще и умный не говорит, но глупости тоже уже не говорит. Почему? Он сначала подумает. А потом подумает, думает, стоит ли это говорить. Потому, почему? А потому что говорят... Когда советуют, когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Так. Так вот, скачок в науке логики Гегеля определяется так. Перерыв постепенности. Перерыв постепенности, скачок. Ну, можно сказать, что революция – это скачок. Все было такая тихая жизнь, все изменялось медленно, потом раз – и скачок. Но скачок не переворот, скачок менее такая... Глубокая категория. Скачок может быть, а переворот может быть не быть. То есть, но обязательно революция – это скачок. Перерыв постепенности. Она заменяет эту тихую мирную жизнь бурной революционной жизнью, когда совершается переворот. Поэтому, конечно, тут скачок. А скачок может в чем? А во всем. И в производительности труда, и скачок в сознании людей, и в активности людей. Скачок. Но скачки не есть сами по себе, не всякий скачок революции. Например, у меня есть чайник пластмассовый. Я налил в него воду и оставил на даче. Наступила зима. И что? Скачок. Вода превратилась в свое другое агрегатное состояние и жидкости в лед. А лед занимает больше места, чем соответствующее количество воды, и это самое... Если этот чайник не стеклянный, если стеклянный, он просто лопнет, а если не стеклянный, а пластмассовый, он так раздуется. И, возможно, он еще будет работать, а, возможно, уже и не будет. Ну, возможно, что и будет его подключить, может, лед растает, и тогда снова превратится он в агрегатное состояние другое. Другой будет скачок. Скачок может быть как в одну сторону, в сторону негативную, превращение в лед, а может быть и в позитивную. А если...
вот у нас вы поставили чайник на огонь и начинаете слышать шум. Вы задумывались, а чё, почему шум такой? Вот вы вот больше всего думаете, точнее не думают, а вот почему шум-то, когда чайник закипает? Думали на эту тему? Закипает с водой или просто ставит? А? С водой. Вот стоит чайник с водой, например, обычный, электрический. И вот он стоит, стоит, потом начинается шум. Все больше и больше шум. Откуда шум? Куда он выходит? Никакой. Куда он? А? Это вы замаскировали в шумбах. Ну как вы? Ну и что процесс кипения? Когда процесс кипения, он же так не шумит. Помните, когда бурлит уже все? Он не шумит тогда. Нет, он шумит тогда, когда еще подходите к процессу кипения. Не заметили этого? Чуть вы не видели, как чайник вскипает? Никто не задумывался. Вообще надо привыкнуть задумываться над разными процессами. Это полезно. Вот, он-то задумался. Но. И что происходит? Начинает закипать. Чего? Чайник начинает закипать. А, понятно. Я спрашиваю, что такое елка? У меня человек просвещенный говорит, елка – это елка. Я спрашиваю, что происходит при кипении, откуда шум? Он говорит, при кипении происходит кипение. Вот спасибо. Вот теперь я уже просветился и буду знать. Я к вам обратился как к коллеге, так сказать, что вы думаете, я думаю. Ведь это все не думают. Вот мы с вами только два человека думаем тут. Половину читаем, половину думаем. А вы как-то, наверное, вы меня обманули. Для красного словца сказали, что половину времени читаете, половину думаете. Наверное, больше читаете. До добра это не доведет. Чтение. А разучитесь думать вообще. Человек настолько много читает, что разучился думать совсем. Он все чужое только. Что такое? Ты потребляешь чужие мысли. И кто будешь? Потребитель чужих мыслей. Ученым уже никогда не будете тогда. Ни за что. Давайте вернемся к чаю. А? Так я как раз вам фору дал, чтобы вы вернулись, подумали. Ну. Правильно. Появляется воздуха. Вот это новость какая. В чайнике вдруг появляется. Откуда они могут взяться? В чайнике пузырьки воздуха. Вы подумали? Пузырьки появляются. Чего? Кислорода. Я не знаю. Кислорода. Ну вы даете. Чего? Пара. Пара. А пара это что? Вода в другом агрегатном состоянии. Вот. А какое другое? Какое? Как оно называется-то? Газообразное. Вот. Вот. Видите, вот она-то точно думает. Газообразное. Появляется газ. Какой газ? Это вода газ. Пузырьки-то воды. Это вода в виде газа. Правильно? Не туман, когда уже там вот этот пар, когда бывает видно. Да? А именно вот в газообразном состоянии уже вода. То есть уже появляются пузырьки, которые состоят из воды в газообразном состоянии. И эти пузырьки поднимаются куда? На поверхность. Они ведь легче. Так, вот они поднимаются, их все больше и больше. И что, откуда шум? Вы мне шум объясните. А что у меня? Да все правильно, вы верной дорогой идете, товарищи. Но не дошли еще до результата. Кто может объяснить, а шум-то откуда? Они поднимаются и лопаются. Вот. Лопаются. Ха-ха, они лопаются. Лопаются. А если бы они были вот тонкая у них была, тонкая была. Представьте, резиновый шарик, он лопается, это понятно. А тут у него, вокруг него вода, как он может лопнуть-то? О чем вы говорите? Подумайте, как сами, что вы говорите, как он может лопнуть тот шарик? Да, и превращается в пар. Да. Ну вот они, вот это уже мы объяснили. Уже вот у нас первый ряд это все объяснил. В газообразном состоянии. В пузырьке находится вода в газообразном состоянии. В каждом. И много таких пузырьков. Более того, их становится все больше и больше. Откуда шум? Вот тут была гипотеза, что они лопаются. Гипотеза не прошла. Ну, когда разрушается. Когда разрушается внешняя структура, мы слышим, как она разрушается. А что разрушается? Оболочка пузырька. Как-то она вдруг разрушается. От перегрева молекулы расширяются. От перегрева она? Да, вот это чувствуется, что вы вот не продумали это дело. Сейчас я вам покажу, что вы не продумали. Где нагреватель-то у чайника? Вверху или внизу? Внизу. И поднимается в более холодную область. Какой перегрев? Вы о каком перегреве говорите? Вы подумайте, вы перепутали плюс и минус.
Гражданка, почему перепутали плюсы и минусы, холодные и теплые? Отсюда безобразие. А? Потому что я на философском. Вот, учитесь, вот человек, вот, понял, все. Он говорит, в холодный. А что, когда попадает этот пузырек воздуха, не воздуха, газа, воды в газообразном состоянии, в холодные слои, что получается? Что происходит? А это он уже скажет, я, говорит, внес уже вклад, и не спрашивайте меня больше, пусть другие внесут. Схлопывается, вот. Давайте проверим, что получается. Возьмите 82 руки и сделайте вот так. Давайте, 3-4. Что получается? И пение получается. Вот он. Начинается все это. Вот то, что вы хотели сказать. Но, как всегда, ошибка точно сюда наоборот. Он не лопается, а схлопывается. Сосед, он просто у вас украл, взял, просто перевернул и выдал за свое. Революцию совершил. Научную. Вы ему подали идею, он ее всю исказил, перевернул и выдал за свое. Но он оказался прав в данном случае. Ничего не поделаешь. Надо признать. Ну, вы можете сказать, что просто вот он, вы просто рядом с ней сидите. От нее исходит, так сказать, свет научный к вам. Да. И вот она его, так сказать, эманация идет, а вы уже излагаете. Просто ей не хотелось, чтобы вы были в таком положении, она так вот подала вам первенство. Вот. Ну вот теперь мы поняли, что происходит. То есть идет и отсюда этот самый шум. Но это что, революция? Ну как бы вот столько поднимается, шум там, все. И что? И что? Ну закипело. Это революция? Нет. А что это? А скачок был? Переход воды из состояния жидкости в состояние газа. Это скачок? Скачок. Перерыв постепенности. Грели, 100 градусов, бац, и наоборот. Вот горное озеро, тишина, ветра нет, ничего. Температура воздуха понижается, ноль. Как озеро, покрылось льдом? Нет. -5 не покрылось. -10 не покрылось. Птичка летела, веточку уронила в это озеро, бац, и сразу лед. Скачок. Это что, контрреволюция? Если из жидкого состояния твердая вода превращается, контрреволюция? Нет. То есть, что мы должны? Вот я хочу вам просто сказать из опыта принятия экзамена. Вот спрашивают, что революция? Говорит, революция — это скачок. Ну, это правильно. Но это все равно, что я бы, скажем, вот вы приходите, вы кто? Он скажет, я животное. Ну, это правильно. Ну, не растение же он, на самом деле. Но я хочу как-то допытываться, какое животное. Ну, можете достроить до человека? Какое животное надо сказать, чтобы получился человек? Давайте. Что, просто вы животное, что ли? Нет? Как крокодил, что ли? Какое вы животное? Или вы растение? Если растение, я тогда и спрашивать не буду. Растение, они не отвечают. Овощ. А? Овощ. Овощ. Ну, если овощи, извините тогда. Извините, я не к тому обратился. Но не без юмора. Овощ бывает с юмором. Вот такой забавный ключ. А какой овощ с юмором? Так. Что, никто не знает, что такое человек? А что вы ничего не знаете, а? Стадное животное. Стадное животное. Вот вы стадное животное. Чтобы вы знали свое место. А? Социальное. А, социальное. А, социальное животное вы. Вроде вас и похвалили, и в то же время опустили. Социальное животное. Ну, как муравьи, да? Или как пчелы. Тоже такие социальные животные. Но я могу сказать, что такое человек, только отдельно человек – это животное общественное, то есть социальное, как вот вам начали говорить, но не закончили. Общественное, трудящееся обязательно, говорящее и разумное. То, что вы говорящее, это вы просто показали. Вы же мне отвечали, овощи не отвечают на вопросы, а вы ответили.
И разумная. А разум вы решили не ставить себе в число определений. Откуда, говорит, мне это? Это когда русский и грузин после того, как они проснулись, после большого количества выпитого, русский говорит, голова болит, а грузин говорит, как она может болеть, это кост сухой, кост сухой. Так, и вы, откуда может быть разум у овощей? У брюху может быть разум? А круглая ведь? А голова? Вот, а женщине, у нее и ноги даже есть. Вроде как и голова, и ноги, все есть. Это овощ, женщине-то? Трава. А? Это корень. Трава. Это корень. Ну что, морковка не трава, что ли? И банан. И банан трава. Клубника тоже трава. Клубника трава. А он не трава, а овощ. Он отказался от травы. Принципиально стоит на этом, и все. Он так просто его не собьешь. Вот есть люди, которых тронул, и он поплыл. Для этого человек стоит, а опереться только на то, что сопротивляется можно. Правильно? Потому что как опираешься на него, оно поползло. Нет, надо вот что-то прочное. Поэтому я вот его приветствую. Несмотря на его некоторые экстравагантные заявления. Тем не менее. В итоге, что мы получили? Что революция – это скачок. Это переворот. Так, скачок в общественном развитии, правильно? Идет общественное развитие. В развитии. Именно в развитии. Потому что если идет деградация, идет регресс, то там революция на этой дороге не появляется. Это скачок в общественном развитии, а скачок – это перерыв постепенности. Вдруг идет постепенно, постепенно, меняется результат. Раз, и за короткое время колоссальные изменения во всем. И в экономике, и в политике, да, в идеологии и так далее. При этом происходит переворот. И на место одного господствующего класса, какого? Реакционного. Приходит другой класс, прогрессивный. Вот это революция. Это революция. И наше обсуждение показало, что возможно, что мы с вами, знаете, как бывает, среди всего населения Земли есть несколько человек, которые знают, что такое революция. А пишущих на эту тему, употребляющих это слово «тьма», ну, вы же, так сказать, мы сейчас выборку сделали, вы же, во-первых, обычные люди, в том смысле, что не какие-то специально выбранные, которые не знают это раз, во-вторых, ну, не самые же плохие, наоборот, даже и хорошие, это же студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, вот нам, чтобы добраться до того, что такое революция, ну, потребовалось немало времени для того, чтобы это понятие разобрать. Ну, а что такое контрреволюция, я думаю, уже это не проблема, да? Это тоже переворот и тоже скачок, но который идет в обратном направлении. Вот в связи с этим вопрос. А когда вот в СССР произошла контрреволюция, как вы считаете? Когда снова вернулись Я подумаю. Уже 90-е. Подумайте, это мысль правильная. Вот, если, вот вы вот торопитесь, она говорит, а я подумаю. А вы не хотите подумать, ну давайте, говорите. Может, 90-е? Так она уже закончилась. В 90-х разве революция произошла? Контрреволюция произошла. Или прошел, после революции идет обычно переходный период, когда из старого общества получается новое общество, да? А при контрреволюции разве не получается, нет переходного периода? Что сразу, одномоментно, все сразу становится другое общество. Тоже, наверное, переходный период. В 91-м году завершился, в 90-91-м году завершился переходный период капитализма, или только начался? Начался. Завершился или начался? Начался. А? Начался. Ну как же начался, когда в 91-м году уже полностью у нас сложилась все частная собственность везде. Уже никакой другой собственности нету. Поэтому, а вот, например, общественная собственность, сколько? 18 лет ее все строили. Это только вот Маркс и Энгельс говорили, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Некоторые думают, что надо взять бувалду и крушить. Уничтожение частной собственности может быть достигнуто одним только путем. Это же общественные отношения. Созданием общественной собственности. Это длительный процесс. Надо, чтобы все производство
шло в общественных интересах. Для этого нужно и систему планирования построить, и кадры подготовить, и культурное развитие высокое. Ну и надо, чтобы предприятия, которые являются государственными, чтобы они лучше продукты выпускали, лучше и дешевле. А если они лучше и дешевле, вот ваши продукты лучше и дешевле, мы стоим с вами рядом и продаем. У вас государственные, у меня частные. Я говорю, у меня частные, покупайте у меня. А все посмотрели, у вас дешевле на 3 рубля и лучше. И берут у вас. И что со мной будет? Я разорюсь. Так и поразорялись. Ведь в течение переходного периода частные предприятия постепенно сошли на нет, а государственные предприятия набрали соответствующий потенциал и стали обеспечивать удовлетворение всех потребностей населения. Это длительный процесс. А тут наоборот. Было государственное все, потом пошло частное. Частное, частное, частное. И вот в 90-91 году закончился переходный период от коммунизма к капитализму. У вас какой был строй? Коммунизм? Потому что коммунист, слово коммунист означает общий. Общественная была собственность, а перешли к частной. От коммунизма состоялся, но то, что он не полный, не развитый, ну какой был коммунизм? От такого, какой был, совершился к тому капитализму тоже, который есть. Мы это сейчас тоже сказать, это плохо. То было плохо при коммунизме, теперь плохо при капитализме. Всегда кому-то чего-то плохо, а кому-то и хорошо при капитализме. Вот корабль бы у нас, если был бы, хорошо было бы сейчас. Корабль, вы бы нас бы прокатили бы по Неве, если бы у вас был корабль. А я бы его так бы сидел бы и семинар бы. А вы бы сидели и кофе бы пили. И кофе неужели бы не налили, если бы у вас был корабль? Я думаю, что вы на кофе, вы уж, наверное, не пожалели денег. И вот мы едем по Неве под мостами. А я спрашиваю, а что такое революция? А вы посмотрите на нее и говорите, вот когда было плохо, теперь едем на корабле и пьем кофе. А мы не на верхней палубе. Это мы весной будем на верхней палубе. А тут мы как раз. Нам-то еще, ну, вообще нам уже дело к обеду, и обед нам подадут. Между прочим. Чего, вы же не подадите обед, если у вас корабль есть? Ну, обязательно. Вот сейчас только задержка за одним, нет корабля. И у вас тоже нет корабля. Ну, что-то люди вот учатся, какие-то университеты, я не знаю, невозможно. Доехали бы мы до этого, до летнего сада, там бы пришвартовались и по саду бы шли. Академия, от какого слова? Это что такое академия? Не знаете, нет? Академия – это сад, который был в Древней Греции. И вот мы ходим с вами, я вас спрашиваю, что такое революция? А вы говорите, это скачок. Или, а вы говорите, нет, это переворот. И так далее. И ходим мы по саду, а там лебеди плавают. И что плохого? Это разве мешает усвоению? Ну, что мы здесь сидим? И сидим мы только от бедности. И капитализм нам тоже не помог. Ну, ни одного капиталиста нет студентов, серьезного такого. Вот у вас бы такая сумка была, набитая долларами. Ну, вот это я понимаю, мы бы сейчас гульнули. А так нет, то нечего. Вот это бы, некоторые вообще посчитали бы это революцией. Только не оранжевая, какая у вас там, бордовая революция. О, знаете, бордовая сумка, бордовая революция. Просто все. Значит, контрреволюция тоже понятно. Значит, когда мы решаем такой вопрос, никак не получается, что контрреволюция началась в 91-м. Она завершилась, вот уже переходный период завершился. А контрреволюция политическая, одномоментная. Вот. Какая, как называется, какова сущность власти при капитализме? Демократическая власть, все. Как сущность, в чем? Сущность власти. Вот на вид, вот вы овощи, а сущность у вас какая? Ну, сущность-то хоть. Вот вам уже подсказали, сущность вам общественная, общественная вы есть. А только вид у вас такой. А на самом деле у вас общественная сущность. То есть вы человек, так сказать, общественный. А мало ли как это выглядит, это уже десятое дело. Так сущность власти, а выглядит все как выглядит, что была рабовладельческая демократия, сейчас буржуазная демократия. Что тут сказать? Все это понятно как. Демократия. Был феодализм, никакую демократию не играли. И вот если я хозяин, вы у меня крестьянка. Если вы барыня, я у вас крестьянин. Что тут непонятно?
Я должен тогда работать, а она должна в красивых платьях выйти на балу. А чтобы она была в очень красивых платьях, и вы должны работать, и вы, между прочим, должны работать. И не Флиндерзи, вы тоже должны работать, потому что балов будет много, все зиму будут балы. А мы должны все лето работать. Вот хорошо же. Поэтому все девочки хотят быть принцессами. Никто не хочет быть крестьянками. Я такого не видел ни разу. Чтобы вот у меня есть и внучки, чтобы кто-то из них сказал, что я хочу быть крестьянкой, я еще не видел. Принцесса, хорошо же. И никто этого, против этого не возражает. Так сказать. Они красивые такие, принцессы, все. Вот. Поэтому, так в чем сущность буржуазного государства? Никто не знает. У вас поверхностное, что ли, представление? Сущность, понимаете, это глубинное. А вы просто на меня посмотрите и скажете, ну, что-то не то. А сущность? Сущность вы проникаете вообще, нет? Это не задача вашего ума проникнуть в сущность вещей. В суть, в самую глубь. А? Или только по верхам. Вот вы пришли в университет, значит, хватать по верхам и пойти. Вы-то нет, вы-то и понятно, вы сразу сказали, это вид у меня такой, а сущность у меня то, что надо. Но он что надо, он не говорит. А какая сущность у вас? Вам уже объяснили, это вот общественное. А какая сущность у буржуазного государства? Ну, любого государства какая сущность? Что такое государство кто-нибудь? Не знает здесь кто-нибудь? Какие-то люди не знают? Ну, конечно, я согласен, что я, так сказать, как бы захожу вперед немножко. Ну, а почему вы не забежать вперед? То есть это не из таких вещей, которые первый раз услышали, правда? Государство первый раз услышали. Вы в государственном университете учитесь? Это что значит? Что нас скоро всех сожгут? Да что бы это значит вообще? Что-то не говорят пока, что бы это означало, что в государственном университете. Все отберут? Или наоборот, все дадут? Что это такое? Государство, в чем суть государства? Не знаете? Управление, да. Применение легального насилия. Вот, это уже правильно. Применение легального. А кто эту легальность ему придает? Ну, вот если я вот управляю вами, кто легальность обеспечивает? Вы или я? Вы. Я, правильно. Вот она правильно думает. Я такие законы быстренько организовываю принять, что по этим законам она должна работать, а я должен отдыхать. А если она управляет государством, она что делает? У нее и Единая Россия, и Справедливая, и ЛДПР, и все голосуют как штык. И что она им предложит, они все это решают. И по этим всем законам потом говорят, Михаил Васильевич, вам надо работать. Мало работаете. Я говорю, а вы? А я руковожу государством. Это еще более ответственная работа гораздо. И все. Так, следовательно, сущность государства в чем? Вот. А сущность государства, можете записать, это диктатура правящего класса. Диктатура. Сущность. Не форма. Форма какая угодно может. А сущность всякого государства – диктатура правящего класса. А кто-нибудь знает, что такое диктатура? Вот если я вас просто давлю, да, давлю, это диктатура. Что такое диктатура? Вот вы ближе всего подошли к пониманию, что такое диктатура. Не можете сформулировать это словами? Можно я от вашего имени выступлю? А вы будете, я как бы ваш спичрайтер, или как бы я Песков, а вы как бы Путин. Так вот она хотела сказать. Сейчас она занята. Не, сейчас она управляет государством, а я вот специально назначен, чтобы это все разъяснять. Так вот, она хотела сказать, что правящий класс никакими законами не ограничен. Почему? Ну, потому что он правящий. Наоборот, он может установить те законы, которые соответствуют его интересам. В этом и смысл правящего класса. Правящий – это тот, который законы устанавливает. Поэтому он не ограничен законами, а власть, не ограниченная никакими законами, или которая делает легальным все, что ей надо, вот если близко к тексту говорить, как она меня учила,
легальным делает все, что она делает. Прежде чем меня стукнуть, он сначала принимает закон стукнуть Попова. Что стукнуть его можно и даже нужно. И записывает закон. Потом тогда протаскивает его через Думу, потом через Совет Федерации, потом сама же и подписывает, как президент. Потом еще публикует. Только после публикации можно подойти и меня стукнуть. А до этого ни-ни, у нас демократия. Только по закону все. А по закону дубинкой можно стукнуть человека сейчас? Как нет? Да вы что, если вы не туда идете, можно вас и стукнуть. Не видели, нет? Я такие сцены наблюдал в Москве. В Ленинграде ни разу не наблюдал. В Москве каждый раз вечером сидишь на вокзале, подходит к какому-нибудь человеку, раз. То ли они их знают, может, какой-то бомж, потому что он виноват, что у него нет квартиры. У меня есть квартира, меня не били. Раз его, значит, и выгоняют их, и все. Это по закону, это регулятор демократии называется, эти вот резиновые дубинки. То есть, всякая власть – это диктатура правящего класса. А что такое диктатура? Это власть, не ограниченная никакими законами, не ограниченная. Так это определение любой диктатуры, настоящее определение диктатуры. Не всякую дребедень, которую говорят там тоталитаризм, потому что тотал – это целое. Если вот у всех бесплатное обучение – это тотал. Это у всех, а не у некоторых платное, а у некоторых бесплатное. Или у всех медицинское образование бесплатное – это опять тоталитаризм, опять у всех бесплатное. А надо, чтобы было еще и платное. А вот в данном случае, когда говорят о диктатуре, это власть не ограничена никакими законами. И действительно никакая власть... Но рабовладельцы были ограничены законами или они устанавливали законы? Устанавливали. Феодалы ограничены были законами или они спрашивали крестьян, принять им такой закон или нет? Прямо они спрашивали. Вообще никакой демократии не было. Но иногда какие-то были образования там в Новгороде и... В Пскове там была вот такая демократия феодальная, да? Собирались князья и что-то обсуждали и решали голосование. Ну, пришел, так сказать, Иван Грозный, это все разметал, чтобы не думали, себя не изображали там демократов. Власть была строгая, феодальная, одни должны работать, а если вы бежите отсюда, мы вас все равно вернем и пороть будем. Я вам разъяснил закон? Это я от ее имени разъясняю. Да, а она у нас в этом варианте уже она монархиня. Вот. Ну и... А когда вот КПСС объявила, что она отказывается от диктатуры рабочего класса? Сказала, что все, она уже не нужна. В каком году? Никто не... А? Перестройку. Не, раньше. Это все раньше. Все кажется, что это было недавно, это было на самом деле давно. Это было в 1961 году, на 22-м съезде, в докладе первого секретаря Никиты Хрущева. Было объявлено, что классовая борьба прекратилась. Как будто класса есть, а классовая борьба прекратилась. Особенно с мелкобуржуазностью, это даже смешно. И что государство у нас общенародное. А Энгельс смеялся по поводу таких выводов, что общенародное государство – это жареный лед. Ну, вы никогда не пробовали лед жарить? Он не надо даже добавлять подсолнечного масла, жарится хорошо без масла, не подгорит. Потому что либо оно народное, тогда оно не государство. Потому что государство – это орудие классового господства. А если оно государство, тогда оно не народное. Так что это машина насилия господствующего класса. А как она выглядит? Ну, вы не видели, как можно раскрасить машину? Очень красиво можно сделать. Задавить может вас именно такая раскрашенная машина. Это абсолютно раскраска, не мешает ей кого-то задавить. Поэтому, когда идете по зеленому свету, смотрите направо и налево, потому что светофор вас не задавит, только автомобиль. Мне разъяснили, как надо понимать правила уличного движения. Подходите к дороге, посмотрите налево, направо. Если нет машины милиционера, можете переходить. А если вы думаете, что если вот перед вами зеленый свет, а там джигит едет. А джигит, когда видит красный, это значит, он говорит, еще прибавляет газу. Почему? Джигит едет. А перед зеленым тормоза. Почему? А потому что вот по поперечной дороге джигит едет.
Ну вот мы, как бы сказали, в средние века с Божьей помощью и разобрали, что такое революция. Ну, хорошее это без Божьей помощи это не добудешь, правильно? А если кто-то не понял, то значит его черт попутал. Вот так что вот так. А кто кого черт попутал, это мы выясним на экзамене. У нас не за горами. Или у нас зачет будет? Все равно. Экзамен, с ума сойти. Давайте придем в зачет, а сделаем лишь это будет экзамен. А? Давайте придем в зачет, а их делаем как экзамен. Давайте вам два. А там только зачет не зачет. А? Если мы проводим зачет, у нас только зачет не зачет. Все, Аня, нет, халявы. Ну, два это точно не зачет. Так, спасибо за внимание. Успехов. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. До свидания, товарищи революционеры. Приходил овощ, а ушел революционером. Это же хорошо?